Представник в робочій групі з політичних питань тристоронньої контактної групи в Мінську з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітання. Чи чуєте ви нас? Да-да, добре утро. Доброго ранку. Ми ще недалеко відійшли від заяви пана Козака, що Росія виходить з нормандських переговорів щодо Донбасу на рівні дипломатичних радників. І дуже чекаємо на ваш коментар цієї заяви. Що вона означає? Я пока не увидел заявление, что уже выходит. Он скорее угрожает, скажем, выходом, если не будет изменен формат работы радников. Но мне кажется, знаете, это больше нервная какая-то реакция. Опять же, это говорит о том, что дела, скажем, идут не по сценарию России, потому что, значит, бы она не нервничала. Но практически выйти из нормандского формата сейчас России, даже на уровне советников, это значит сорвать, скажем, решение прежнего саммита нормандского. Потому что там в пункте третьем лидеры просят своих министров, я читаю, цитирую буквально, да, політичних радників забезпечити виконання досягнутих домовленостей. То есть если політичні радники уклоняются от этого, то фактически они срывают решение нормандской четверки. Поэтому мне кажется, что это, знаете, такой психологический тиск, психологическое давление на наших западных партнеров прежде всего. Также это информационный вброс, как бы, в том плане, что Кремль пытается корректировать, скажем так, результат, успех Украины, да, вот по вот этому перемирию, потому что они явно здесь дают понять, что это их было перемирие по их сценарию, согласованное с ОРДЛО, опять же, которое не признано никем и не является членом трехсторонней контактной группы. То есть здесь как бы вот две причины, я вижу, два мотива появления в этого документа. Это давление наших западных партнеров и как бы попытка коррекции результатов перемирия, скажем так, или даже восприятие обществом, да, результата вот этого перемирия. Mm-hmm. Поэтому, ну, я не знаю, Россия действительно пойдет на выход, скажем, из нормандского формата на уровне советников. Потому что это заблокирует фактически дальнейшее участие ее в нормандском формате. Очередную встречу. Ну, по крайней мере, что будет Путин рассказывать, да? Ангеле Меркель или Макрону, что некто Козак был недоволен работой, скажем, ваших советников и решил выйти из нее. Ну, это немножко наивно, скажем так. Позиція зрозуміла.